все радиорынки, вот те, которые добывают там золото из радиодеталей, можно все опустить вот прямо хоть сегодня. Выкинуть нахуй всю химию и сказать так, я это делаю за 2 минуты, за 3 минуты. Вот здесь написано, растворитель золота, растворяет золото со стекла, керамики, позолоченных изделий, радиодеталей из земли, морского песка, мгновенно и сразу превращается в золотитель металла. Нифига себе. И всякое такое. Это Нобелевская обеспечено. Да, но понимаешь, никто не хочет, блядь, мне помогать. Я еле выцепил кусочек золота, чтобы просто, ну, на нем пробовать растворять. Люди все говорят, ты делай опыт, и да. А мы потом воспользуемся. Я говорю, идите все. Так что интересно у меня всякие предложения. А латунь есть у вас, чтобы чистить? Да. Вот силач мгновенного действия, он чистит латунь, серебро, медь, бронзу, сталь, ржавчину, все мгновенно, сразу. Отдельно курточка 100, а курточки выбирайте, если. А это костюм померяйте за 250. Просто забрать? Да разве такое бывает? Да не, если не хотите, так не надо. Ладно, уговорили. Видите, меня легко уговорить. Классный пластик, только дырок много. А что это за прибор такой вот, типа кастрюли? Нет, это далеко не кастрюля, это нагревательный прибор. Вижу. Дорогой, наверное. Да. А можно? А можно посмотреть? Можно, конечно. Ой. Так, нагревательный прибор. Двойное дно. Сюда угольки какие-то, да? Ну, не угольки, а спирт. Или спирт? Да. Вот тут. Вот, да. Тут чего-то выдвигается. Вот, потом, да, он прогорает немножко, добавляешь еще таблеточку, задвигаешь, оно продолжает. Поняли? Да. 70. Все классно, но топка маленькая. Маленькая топка. Ну, вот такая Е. А вообще прикольно сделано. Прикольно, скажите. Да. Ну, вы, это... видели? Вы такого еще не видели. Я, например, первый раз в жизни такое вижу. Да, и что такое стоит? 450. Всего-то, да? Да, всего-то. Чтобы топка побольше, мы поторговались, может быть. Так а зачем? Не, ну спирт не напасешься, а так углей накидал и... Нет, так углей, так это же нужно мангал там какой-то, поняли? Да. Там большой, а это как раз... За 200 не пойдет бритва? Не-не-не-не. Это самое, поняли? Она... Да. Такая, в домашних условиях, поняли? Да. В домашних условиях так положил там пару штук. Ну вот они самопал, нет? Нет, ну какой же это самопал? Не, ну видно, нет. Что сделано капитально. Нет, да, это где-то здесь может быть есть опознавательные знаки. Да, может и цена там есть. Да, ну может быть, знаете, на коробке может быть было, но коробки у меня нема. Поняли? Да. Ладно, хорошо, да. Пойдем дальше. Спасибо. Гарного дня. То есть других вообще нет? Национальности других нет?